сегодня у нас первая в этом новом году гостиная. Сегодня она называется так: «Вспомним лучшее». То есть раз в месяц у нас проходит гостиная, и каждый раз у нас все самое лучшее. И вот сегодня у нас просто идет минимум-миниморум. То есть мы отобрали, ну, самое, с моей точки зрения, интересное. Сегодня мы встретимся и с композитором Хренниковым. Мы будем говорить и про Рубинштейна. Тебе я стану прибегать, гостить я буду на Винницы. Будем говорить про Колмановского и про Евтушенко. Ах, кавалеров мне, во мне хватает. Уже стал нашим родственником Сергей Васильевич Рахманинов, потому что мы столько гостиных провели. Мне импонирует то, что к нам ходят зрители, потому что им интересно. А мне хочется, чтобы они все полюбили и композиторов, и их произведения так, как люблю я их. Не спеши, когда весь мир в тиши. С удовольствием прихожу, потому что это уникальные, удивительные вечера, которые раскрывают какие-то необычные грани. Я один раз сюда попал, на этот вечер, и уже не могу расстаться. Мне этого не хватает. Сюда приходишь и начинаешь понимать, что мир прекрасен. Нам сейчас так не хватает вот искренности, теплоты, доброты, памяти. Конечно, гений Людмилы Алексеевны здесь – это корневая система. Не случайно у такой гениальной мамы такой гениальный сын. Не у всякого есть свой близкий. И она мне как песня была. Потому что твои записки из «Ошейника пса» не брала. Людмила Алексеевна очень талантливый человек. У нее вкус великолепный. И всегда очень интересно прийти сюда, услышать что-то особенное. Скрипач, мальчишка молодой. А еще хочу сказать, мои правнучки, они учатся в музыкальной школе. И я их иногда с собой тоже беру сюда. И им нравится сюда приходить. Ах, мамочка на саночках! И я танцевать хочу. Вообще, Геликон опера, по-моему, самый лучший оперный театр в Москве.